Здорово, бандиты, сегодня мы играем в Twilight Tower Defense. И тут вышло обнова. В режимах Roblox обнова выходит чаще, чем в Twilight Fight. Если что, я прошлый ролик удалил, как многие помнят, из-за авторских прав. Мне YouTube сказал: авторские права, вали отсюда, пока жив. Ну и мне пришлось удалить прошлый ролик, потому что из-за авторских прав мне могут дать, ну, вы понимаете, один страйк. А из-за этого, я не знаю, что из-за этого. Ну, он уже хотел выбежать, но нет, теперь ты будешь играть в это со мной. 200 монет. Так. Я думаю, буду охранять их стык. Вот здесь их стык. И большой спикермен будет подкрывать меня. Они тут едут все. А как вообще толчки двигаются и куда они смываются? Вопрос года. Куда смываются нафиг все толчки? Там вроде нет никакой трубы канализационной, которая бы соединяла туалеты с чем-то. Так что как они смываются? Но это мы узнаем только от Дафука. Не зря. На нафиг. Скипаем. Думаю, вот так вот еще. Фига себе. Тут волна. Минута 31. Думаю, после этого мы еще немного пооткрываем боксы, если мы это пройдем. Ну и думаю, еще одну катку сегодня потянем. Не как в прошлый раз. Кто успел посмотреть мой прошлый ролик, поймет. Ну, конечно. Почему колонка вообще такая слабая на первом уровне? Ну, большой спикермен всех добьет. Кого? Ну, даже ни одного апгрейда. А вот это для нас сейчас может стать фаталочкой. Ну, как фаталочкой? Максимум смертью? Максимум. Ну да, это не... Ну да, смерть, ну, смерть, да. Нет. Еще одного. Давай, убивай. Они даже вдвоем его избить не могут. Вот сейчас его улучшение прямо идеально подойдет. А мне еще, кроме этой летающей колонки и обычного спикермена, ни на что не хватает. А у него всего лишь 100 урона. Давай. Даю. Я его продам. И думаю, если мне хватает, а мне, конечно, хватает, улучшу этого спикермена второго. 450. Ладно. Я чувствую, мы сейчас проиграем из-за моей ошибки. Уже 40 урона. Сквозная до сих пор работает. Туда его.
почему они такие быстрые? Быстрые, проворные. Так, мой большой спикермен еще справляется. И, кстати, почему с повышением уровнем у него не добавляются, ну, вот эти вот звуковые волны, которые наносят побочный урон другим скибидистам? Ведь это же тоже колонка. Так. Что у нас тут? Ну, как обычно. Мое ежедневное пребывание в туалете Tower of Defense. Это почти проигрыш. Давай. Ну, конечно, зря я его улучшил. Удали его. Удали своего тут. Пон. Ну, короче, большое спасибо. Да. Читаки, вот они вдвоем нечестно играют. Хотя кому вообще не плевать на честность? Я, ну вот сюда вот я ее удачно поставил, потому что она охватывает очень хорошо. Да. Я думаю, я сделал очень большую ошибку, потому что мне надо сейчас просто накопить на ее улучшение. Боже, это шестая волна, а уже босс-туалет. Что дальше будет? Да что у нас, на шестой, на девятой волне G-Man уже? Если я угадал, я буду в шоке. У тебя, наверное, хватает на ее улучшение. Ну да, хватает. 400. Ну хотя бы так. Ладно, пока мы прождем, пока тут кого-то убьют, мы сами умрем. Какой у меня откат сейчас? Целых 2 секунды. Это очень много. Да уж. Как же я ненавижу вот это вот. Мам, чё? Так, ну, думаю, у нас все нормально. Я как раз-таки, как вы уже увидели, смог улучшить. Не, мы 100% не пройдем. Да хватит уже усыплять. Достали, вечно усыпляют моего. Теперь без усыплений. Если что, я на всякий случай... Чё? Да боже мой. А, в нее этот выстрелил. Нет, не надо. Да блин, почему ты в одну и ту же выстреливаешь два раза? Давай, ставься. Не. Логично. Чё? Что это такое? Как что это такое и зачем это такое? Что это? А, можно в лобби вернуться, и можно играть дальше. Ну, то есть, остаться играть. Но все сбросится, я помню. Сразу в голове эта мусочка заиграла. 98 монет. Как обычно, капли не хватает, мой любимый.
Кто со мной? Ну же, давай. Го! Ну, как обычно. Ладно. И сейчас меня перекидывает. Я это знаю уже. Чё? Я могу зайти в одну и другую катку одновременно. Если что, я тут рядом со своим котом. Так что, если вы услышите какие-то звуки по типу чего-то того, что дрёт кто-то, ты ставь, а потом поставь. Денег мало. Ок. Ну, пока большой спикерман, я думаю, справится. Спс. Мне интересно, на кого у него там денег мало? Ну, да. Как же я люблю вот этот вот момент, когда скибидисты выживают на последней капельке. И приходится ставить какую-то штуку. Ну, ладно, ушу лучше ее. Что ты там написал? С псы. Скипай. Сейчас. А, автоскип включать. Ну, так. Где большой спикермен? Кого? Куда? Зачем? Не, я лучше отключу автоскип. А то сейчас все умрем. Чё? Шо? Лего. Шо? А зачем хвастаться? 200 урона. Перезарядка быстрая. 1 секунда. Ну, расстояние. Ну и что? Мой большой спикермен и без тебя справится. Ну да, справится. Но вместе с этой летающей колонкой. Я хочу ее до максимума улучшить. Не знаю, может, я сумасшедшая, а может, я сумасшедший. Хрена у нее радиус. А он, видимо, его прокачивать собирается, но по-малому так. Давай, бей, бей, бей. Стоп, а медиум это хард или вторая волна? Я просто из-за того, что загружался долго, ничего не знаю. Ну ладно. Я знаю обходной путь. Не бойтесь. Если заслал Святославович, все вытянет. То есть я. Здорово, бандосы. Вы не ждали, а мы приперлись. Да, я сумасшедший, я улучшил ее до максимального уровня. Ну, дальше, думаю, спикермен Титан тащить будет. Ну, тут уже можно и автоскип, и автобрось. Ля, что у меня так лагает? Не, эту я, думаю, продам. Ё-ма, что так лагает? Да зачем сюда-то?
Мое любимое увлечение это ставить не туда. Чё? А ты чё думал на медиуме? Ладно, справимся. Ок. Чё-то я вот пропустил этот моментик улучшения. Ему лагает. Сейчас напишу ему. Лагает. Лагает. Ну а что, я ему врать буду? Он у меня реально лагает. Как вы уже видите. Что он там написал? Согл, не скипаем. Четыре? Пять? Он сумасшедший. Он сумасшедший. У меня просто нет слов. Откуда у него столько этих шнурковых мастеров? Откуда? Откуда? Он их как из кармана достает. Мне кажется, или я могу просто вот так вот... Чё? Сейчас я прокачу и напишу. Нет. Слов. Нет слов. У меня реально нету слов. Сколько они вообще стоят? Они там что, по 5 рублей? Что он их так много плодит? У меня просто... Я не знаю, скидка на Алике, что ли, или что? Я не знаю, мне плохо. Ребят, вызывайте скорую. Мне плохо. Не, я Риле говорю, вызывайте скорую. Мне плохо. Ладно, мне неплохо. Мне даже очень хорошо. Миниган туалет. Вот с этим надо быть поосторожнее, с миниганом. Вот миниганы, они очень сильные. Не, ну просто изи. Правильно говорил челик в начале катки. Просто изи. Мы просто разматываем всех. Особенно с колонной, летающей максимального А. Ну да. Марс, хватит там шебуршить. Ага, у меня просто нет слов. Марс! Если что, Марс это мой кот. Я просто не понимаю, как от такой армии вообще не выжить можно. Я не говорю даже пройти до конца. Это вообще невозможно. Стоп, а у этих еще ядер нет. То есть вот эти вот у этих двух ядер ядра есть, а у этих нет. Качай последних. Вот я советовал бы ему качать вот этих вот, рядом с которыми я стою, вот этих вот двоих. Откуда? Он у него из груди идет. Ой. Если он сейчас остановится, это для него буквальная смерть. Ну, рип, конечно. Мы будем помнить этого пацана. Кстати, сегодня мне про эту игру и снилось. Чё? У него снаряд упал.
Пожалуйста, не вылетай. Ну, пожалуйста, я умоляю. Ес, у меня не вылетает. Еще жить можно. Пожалуйста, не вылетай. Я отойду. Просто отойду. Если у меня сейчас вылетит, я буду не удивлен. Я просто сейчас отойду, чтобы мой экран это не мог засечь. У меня лагает, как вы уже видите. Надо к нему в друзья. Быстрее. Давай. Фу. Я живой. Интересно. А, то есть... Да. Ребят, ну просто, ну лайк. Лайк. Поставить, и тут будет такая за картой одна хэллоуинская версия спикермена, и он такой, ну нахер. Ребят, как лагает. Нет, наверное, на записи не будет видно, но у меня прямо здесь люто лагает. Надеюсь, что хотя бы на записи будет все нормально. Мне нужно 2000 максимальный левел. А я просто не знаю, как от этого вообще выжить можно. Тут уже несколько на максимум. Стоп, а это максимальный левел? У них ядро только на максимальном появляется. И они стреляют. Какая у них задержка? 0.4 всего лишь. Не, ну всем скибидистам смерть. Я не знаю, кто вообще против этого выжить может, не считая там, не знаю, какого-то G-Man 4.0. Надо было не медиум, а сразу хард начинать. Ну, хотя на харде меньше доход. Ну, вообще, хард это хард. Так что лучше с него не начинать играть. 3% всего лишь. На волне 20 такой, а нам надо 30 прожить. Павло. Не, у меня просто нету слов. Ребят, вы будете не против, я вот так вот отойду, тут постою, чтобы я этого не видел, и чтобы у меня не вылетела игра просто. А то сейчас все...